Итак, контент предназначен для 16+. Никому не заходить. 15 лет уже нельзя. Только 16+. Я вас предупредил, смотрите сами. О, что, уже вернулся в комплекс? Никак забыл что-то. Может, еще раз хочу послушать запись? Потому как дело-то серьезное. А что? Да не, просто удивилась. Могу увидеть что-то лишнее? Конечно. Ужасно боюсь, что ты найдешь тут лед. Неплохо еще бы виски найти. Видала я и такое. Ты ужасно скучный, когда надерешься. Фу, ты противная. Итак, всем привет. Меня зовут Денис, вы на канале Фред Дэвис. Понятно. Задолбал. Чего-чего? Ну окей. Так, короче, мы предыдущей серии убили... Это что такое? Убили одного... Профессора, то есть я не знаю, как назвать. А что с тобой, чувак? Егор. Что? Егор, ясно. Не высовываться. Понял? А, блять, снайпер. Ебать, реально. Реально снайпер. Нихуя себе. Тихонько. Нам нужно его убить. Да. Нужно убить Егора. Замолчи, сядь уже. Убей Егора. Я тебе помогу. Ого, вас тут... Ну он же снайпер какой-нибудь, да? Чищай петлю. Давай пизды идеолога. Нам надо убить Егора. Тихонько. Сейчас я помогу. Что тут было? Что-то было? Где? Что? Вы... Тьфу ты, ну ты. Так, тихо. Тихонько. Так, это самое... самый ближний у нас какой? Ты тут, наверное, да? По идее. А я смог без шума? Хуй, я смог без шума. Либо там я могу пройти... Типа по-тихому. Либо тут по-громкому, да? Давай пойдем по-тихому. Чисто попробовать, смогу ли я? Я ж типа сделал, чтобы она дальше ж брала. Тихо, деактивировать. Вы постреляйте сами себя. Вот так это. Тихонько. Собаки? Че, реально собаки будут? Он слышит, как падает снег. А, растяжки здесь. Угу. Так, а тут что у нас есть что-то? Ой, блин. Не обосрался. Здесь их взять. Сейчас не надо. Окей. Так, ладно, пошли. Я понял, короче, ей будут растяжки, да? Да. Ни хрена себе. Ебать.
Как это обойти? Где-то что-то пищит. Ух, ёбаный в рот. Что за издевательство? Это чё за... Достаю. Так, ладно. Да хорош щелкать. Вот так вот. Тихонечко. Так. А вон сидит. Уа-уа. Слушай, я не хочу твоей крови. О, мина. Тут ловушек. Старые бункеры — реликт прошлой эпохи. Остались тут после экспериментов, которые проводили еще до эона. Но ты ведь про это и так все знаешь. Какой там нахер знаешь? Я потерял мысль. Потерял мозги. Мозги я потерял свои. Опять где-то мина. А, вон она. Так, тихонько. Так вот, хоп, хоп. Тут нету. Что-то приземлился. Прям на мину. О, годится. Бью тихо. Ты же понимаешь, что тут повсюду датчики, которые улавливают малейшее колебание воздуха? Кого? Кого колебания? Ой-ё. Налево колебания. О, там что-то. А что там? Тобой движет цель, и я это уважаю. Я уважаю. Даже не знаю, чего хочешь. Ни хрена себе, вот это замудрил. О, патроны. А что здесь? Нормально. О, блин. Так а куда идти-то, ёпты? Так. Пил. Пил, ёпты. Чё? А... Тихо. И чё? А её нельзя? Не, её нельзя. Так, ладно, подожди. Завтра поле. Значит, наверное, пригодится, если его дают. Уже как бы логично, да? Why, why, why? Вообще, плать попал. Слышь, вообще охуел. Вот я-то вижу, что он там. Ох, нихуя себе. Садил. Сучий говно. О, можно открыть.
Лаборатория СТ, это понятно. Подожди. Хватит мне под... Ау! Слышишь? Втащил. А тут же тоже можно открыть? О, да. Блять, там тоже стекло. Привет. Что, прибежал сюда? Я тебе сейчас покажу. Ну, блядь. Так, ладно. А если я вот так? Вот так? Угодится. Как мне работать в таких условиях, когда ты постоянно меня отвлекаешь? Что это? Там читали? И шо, лаборатория, ну и что? Лагерь его. Ну, блин. Кайфово. Не надо. Или можно своими словами? Нет. О, нет, да что-то есть. Можно, чтобы ты сказал. О. Именно так, как написано. Текст утверждает. Слушай, я не оратор. Твои военные заслуги много. Ну что ж, раз эксперимент Егора не удался, он пойдет тусить. Начнем, когда скажешь. В сегодняшних обстоятельствах программа ИОН... ИОН. Что-что? Ищите сигнал. Эон, как гондон. Говорите данные Егора. Очень смешно. Его тоже не ясно. Я готов. А мы что еще пишем? Сейчас. В сегодняшних обстоятельствах проект Эон... Да хватит трындеть. Как это остановить? В сегодняшних обстоятельствах программа Эон предоставляет... Представляет собой. Да кто ж это писал? Давай так. Сегодняшний день ИОН — это единственный шанс на спасение. Вступайте и станьте резидентами. Где он, блядь? А, вон он, блядь. Нихуахуа, ты видел это? Он перемещается. Долбанный мудак. Он перемещается. И как мне его завалить? А выбраться сюда такой? Оп-оп. Ля. Ля, какой быстрый. А у меня нету больше ничего. Ну, не жадничай. Хилок-то нету. Здорово. А что делать, ёпты? Я понимаю, что надо активировать эти самые штукенцы. Блять, да попадает же, ёпарыс это. Вот эти херни надо активировать. Нести. Ой, блять, бросил. Где еще одна? Вот там два. Блестящий ум! Жаль, так неудачно привлекал! Ты заебал. Как и можно? Тихо. Турель. Тихо. Блять, тихо я сказал. Или я тихо сказал. Надо будет сразу подорвать, да и все. Где там этот самый? Ты. Хорошо, хоть эта штука есть, она хоть не заканчивается. Так. У меня есть турель одна.
Мне надо его сюда поймать. В эту шнягу. Сейчас, подожди. Сейчас. Ой. Да сядь ты, ёпта. Ай, блядь. Да где она? Активировать. Садиться. Это есть чудо-юдо. Я понимаю. А, он что, с другой стороны? Ебать ты охуевший, блядь, черт. Где он? Где он, сука, есть? Падла. Взяли. Сюда. Развернуть. Ходить. Сосредотачивайся. Блядь, он уже там. Ты нахуел. Где ты? Стоять! А, так ты не телепортировался, черт. У тебя просто скрытность была. Козел. Нихрена себе, сколько можно всего. Давай. Открыть. Слиток еще. Ух ты, сколько всего. А что это? Осмотреть склад боеприпасов. Окей. Так что, она ж обычная. Все, блядь. Эфир. Ууу. Ни хрена себе. Прикольно. Так, хорошо, ладно. А еще была такая штука. А ну, а если я вот это. Ну, а если, а если, а если, а если. Окей. Может, он останется там навсегда? Так, хорошо, выйти. А, так это просто уйти. Не, а я хочу вот это, найти данные. Найти данные. Ага, понятно, это деактивирует. Найти данные. А я что-то не нашел, получается? А что я не нашел? Будильник. Блин, нет. Так, мне это прочитать или нет, можно своими нет, словами? Ну зачем? Нет, о, так круто был. Так, как написано. Текст утвержден. Слушай, я не оратор. Твои военные заслуги. Остановись. Это нам пригодится. А, вот ясно. Понял. Да. Что-что? Эон, как Гандон. Ладно, день первый. Первый день. А на этой кассете я веду записи о своем первом. А, черт, не надо переписать. Мой путь в первый день. Нужно выровнять все звукоуловители VF-22. Это просто заводской брак. Моей ошибки тут нет. Измерения должны быть идеально точными. Если моя теория верна, а я почти в этом не сомневаюсь, я смогу преодолеть пространство и время и обратиться к будущему. Ладно, а план такой. Массив Б в зоне 2. Затем в районе полудня я прибуду в массив Р в зоне 1. Затем пройду вдоль разлома и днем вернусь в массив Ж в зоне 2. Наконец обогну озеро и попаду в массив Y прямо у моей лаборатории. Зона 3 буду вечером. Единственное, что меня беспокоит, долбаные резиденты! Они... совсем меня не слушают. Их детское любопытство уничтожит все результаты моего труда. Ну хорош трындеть. Слушай, уважение. Страх! 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 Языка чесалка. А что ты убрался?
понял. И что было? Что произошло? Знак 4. Кнопка. Да ёлки-палки. Тихонько. Короче, он сбрендил. Бывает. А код-то какой? Пятерка была, кажется. Фун-фун. Фун-фун. В том-том, блин. Дайте ему девчатку, он очень хочет. Кому дать? Там какие-то документы, блин, где эти документы? Там что-то есть. Запечатанная лаборатория. Так, погоди-ка. Погоди-ка. Личное сообщение. Нет. Написано Escape назад. А он выходит вообще. А я еще хочу просмотреть данные. Д. Д должно быть что-нибудь написано. Нет, это я не буду скачать, задолбало меня. Тут ничего. Тут тоже ничего. О, сколько будильников. Помешанный какой-то на будильник. Здесь ничего. Блин, какая бумага? Где записка? Что тебе надо от меня, блин? Слышишь, что-то я вообще не могу понять. Так, киоск. Мне не нужен киоск. Вот, Егор. Предпочел свои проекты. Вечеринки. Потому что его... эксперимент внезапно начал приносить плоды. Значит, тут должны быть доказательства его открытия. Где? Доказательства его открытия. Хорошо. Я понял. Доказательства, отлично. Это у нас что? Это у нас типа... А, это знак. Ага. Подожди. Фу, как все запутано, твою налево. Зацепки. Арсенал. А двигать. А, вот так двигать. Так. Это есть контакт. Ага, здесь я получаю, получается, этот.
Хорошо. Осмотреть склад боеприпасов. Резиденты при помощи взрывчатки вскрыли оружейный склад комплекса. А нельзя ближе? О! Чуть-чуть. Вдруг там есть оружие, которое можно нанести резидуумам. Насытить резидуум. Резидуум. Ага. Значит, мне сюда сначала, правильно? Получить доступ к инфузии. Мой новый слиток эфир останется за мной. Ненадолго, если я не заплачу. Ага. Все понятно. Короче, тут еще бродить и бродить. Сука. Так, ладно. Мне нужно зайти в склад. Выйти. А че выйти? Не понял. А че выйти? Время какое-то есть или что? Давай сюда. Должен выйти. Так, а если мне надо вот это сделать? Ничего я не могу. Не, я понял, что я должен найти, но для этого мне нужно сначала вот эту шнягу как-то открыть. Как-то взломать. Может... Ой! Не то пальто. Да ёпта. Может так, если поставлю? Я. Нихера. Что мне делать? Мне нужны какие-то доказательства, которые... Что это? Взорвать? Что взорвать? Два. Ну и что, просто два? Тут тоже ничего нет. Здесь... Здесь ничего нету, там ничего нету, тут ничего нету. Где есть? Что-нибудь достанет. А вот тут. Нет. Тут. Нет. Ни к чему. Ни к чему. Ни к чему. Нихт. Нихт к чему. Тихо. Ладно. Не знаю, может какой-то другой раз. Где у нас? Сюда. Нет. Нет, или да. Подожди. Это у нас... Ага, это утро, это вечер, вот сюда. Просто бегать. Ух, ебать! Не понял, а чё ты? Ёпрсте. Близко как-то было. Провтыкало. Чё не знаю, идите нахуй. Thank you.
Что-то я... запутанная какая-то система, конечно. Да. Сейчас же обнулить. Наверняка должен быть способ убить одним махом двоих. Или троих, или даже четверых, или больше. Нет, не настолько они тупые. Разве что, Алексис. Да есть способ. Надо достать эту ерунду. Android Collider. Тогда вонем. Да я-то выжил. Новая информация. Изучить. Найдено новую игру. Ага. Все-таки я нашел, получается. Понятно. Начать новый день. А если я не хочу начать, ну ладно, пусть. О, ну хоть не бегать, уже, блин, плюс какой. Так, хорошо, здесь у нас... Давай вот это. Выберем. Гараж, они все в одном месте, правильно же? Ладно, все равно надо сначала залить это, а потом другое. Так, что у нас здесь? Это три, понятно, понятно. О, пистоль остался. Прикольно. Это херня. Улучшение есть? О, улучшение. Отдача. Да у него и так отдачи никакой нету, ёпта. Ладно, так. Все? Все. Поехали. Тут мы еще не были, да? Да что-то новенькое. То есть Егор тебя не убедил насчет науки? Огромная польза для человечества. Да какую он тут может принести пользу? А если ты ошибся и уничтожил величайшее открытие в истории? По чьим оценкам? Не. Величайшее открытие. Вниз или вверх? Без разницы. Прикольно. Выстрел над водой. Или это типа... Типа снайпера может быть. Ебать ты ебанутая. На, под жопу тебе. Вот так вот. Всех сюда! Сейчас я его обойду! Бью в бок! Блять, пробежал его. Как так-то? Где еще одна? Все, я ничего не знаю. Нету? Нету! Прикинь. А че бочка не взрывается? Ой, у меня ж патроны заканчиваются. Да иди в пизду. Борзая вообще. Шла такая, стреляла типа. Что? Я вижу при... Тихонько. Никто ничего не видит. Ни хрена себе! Ты гранату кинул или что? У меня 4 патрона. Погуляйте. Ох, еба. С этой хуйни пока прицелиться. Враг свистнет. Лучше уже, блядь, с этого. Замочить его. А вон я валяюсь.
Трупик. Есть, конечно. Я. Страха нет. Есть лишь петля. Страха нет. Есть я. Он... Да ладно! Почему он живой? Кто толкнул? Четырнадцать пулек осталось. Давай, выходи. Труп, да, труп. Ля, он кайфовый. Не понял. А что тут? Тоже кто-то есть? Не, никого. О, годится. Хватит мне патронов. О, я забыл совсем, что я могу так. Опа. Да что такое? Что, заглючило, что ли? Сдолбал. Окно замуровали, демоны. Демоны замуровали. Может, еще увидимся? Может, не надо? О, кто-то кого-то мочит. Это было неожиданно. Так, а чё мне куда? Там, а это что такое? Выйти, а чё выйти? А чё, я что-то сделал не так? Ебать. Ой, извините. Так, подожди. А чё выйти? В чём проблема? Чё выйти? Нет, сюда не хочу. Сюда? Нет, не хочу сюда. Зацепка не отслеживается. Окей, зацепка не отслеживается. Все одно и то же. Так. Подожди. Я иду валить чувиху. Во. Не понял. Есть там кто? А, вот ты. Ебать, в окно залез. Нет тут никого, иди нахуй. Хо, чувак. Иди сюда, ты мне пригодись. Тут-ту-ту. Тут-тут. А-а-а, не, это не то. 112 метров. А я могу его поставить там где-то? Только здесь, да? Нет, я в этом не участвую. А чё ты вниз всё не стреляешь? Я всё позже сам позвонил. О! Ну? Красава. А то хуйней занимался. Не хочу, говорю. Ой. Давай. Так, никого. Да там еще немерено их его. Прикроем себе жопу. На будущее. Так. Сейчас не надо. Сейчас не надо, потом понадобится. Что-то пикает. Ух, ебать.
А вот это, в принципе, бесшумное, правильно? Где ты? Где ты, сука? Раз. Раз. Не понял. Бля, встряла в этот самый. Да ты чё, блин, непрострельная? Сука. Тихо, тихо. Ау! Бля, великолепно. Да. Не, ну это слишком громко будет. Ебать, это чё там? Не понял. Так будет проще. Так я уже взял. Это как? Фу ты, блин. Сука. Я-то думал, оно все так просто оказалось. Ладно. А толку мне было сюда вообще идти, в принципе. Ебать. Тихонько там. Ой. Не-не-не, это не кольт. Ничего? Ничего. А смысл было сюда идти и так тут охранять? Из-за вот этой пушки, типа? Так у меня такая же. Это сам. Ну, не жадничай. Что-то я где-то момент профукал. Где-то я проебал момент. Что? О, тихо. Все, мам. Аккуратненько. Два пистоля. Хоп. Хоп. Что? Вот так вот. Ладно, тихонько. О, нормально. Это не дробовик, сука. Нахер, вода для меня смертельна. Опа. Тихо, тихо. Сигнализация. Ты как будто, блядь, обкурилась. Сигнализация сработала. У меня полно других дел. Тема. Че она, блин, а? Сейчас перестреляет и всех еще. А что она клацает? Я не понимаю, что субмарина или что? Только дай.
машину клацать. Абсолютное спокойствие. Не двигайтесь. Тишина. Ну, давай, стреляй уже! Я тут пытаюсь заторчать вообще. Давай, взрывай башню. Тихонько. Куда ты стреляешь? Хуяк. Все нежно и аккуратно. Главное, если я выйду, меня замечают. А если я так вправо, то ничего не видно. А это я, наверное. Это вода? Это не вода. Что наклад? Все, понятно, что это за звук. Это та ерунда, которая подавляет поле, которое стоит. Я-то думал. Да, это вот это поле. Ага, это тут. Ага, это так и туда в дырку. Так нахуя? Цикливый. Огонь. Вот это уебенил. А, тут ничего, и там закрыто, да? Да. Ну, я так не играю. Блядь, ты еще и кусайся. Надеюсь, это не Кольт. Кольт. Вы просто еще не знаете. Программа ЭОН — это помощь умы. Разве ты не понимаешь? Нет, не понимаю. Вы ебанашки. Кольт вернулся. Да, я вернулся. Приколись. О, самолет. А чё у него хвост вверх ногами? Или какой-то водоплавающий? Кто? Где ты? Ох, ёшкин матрёшки. На. Для профилактики. Давай. Ух, ну здоровая, слышишь? У меня вроде такая была, но что-то не такая сильная была. Ага, вот она. Да стой, блядь. Ебашь, она слона. Вот ты посмотри на нее. Она еще перемещается. О, годится. Заебало, блядь. Ничего нету интересного. Так, ладно. Мне надо вот этого первого. Обязательно. Теперь мне надо. Ни к чему уже. Да понятно уже, ни к чему, я уже сказал. Что тут у нас? Не понял. Ты откуда вообще? А? А где твое оружие? Куда оно улетело? А откуда ты? Я ж тут пробегал. Хрена себе. Это ж, ну да. Как-то подозрительно. О. О. Там еще черти. Кольтабах. Шо? Кольтабах.
Я понял, что тут можно что-то зарядить. А где это взять, то что можно зарядить? Это я не понял. Значит, может сверху? А что это такое? Ага. Так, ладно. Это взяли, то взяли, это взяли. Пошли на игрок бегаем, посмотрим, что там. Пульта бабах. Походу много чего. Походу это самое. Здесь ничего больше делать нельзя. Правильно. Вроде правильно. Так, ладно. Тут у нас пистоль. Что? Все равно будут. Хорошо. О, фастфуд. Местный фастфуд. А прикиньте, это ж каждый раз хавать одну и ту же еду. Вот это прикол. Так. Как переключить? Ага, вот так. Вот так. Доброе утро, искатели. Что я сделал? Начинается наш первый день. Мы просто первый день. Застрелите меня. Наши... Успел к началу. Я готов. Я жду. Пусть будет больно. Два пути переплетают ведут нас к великому беспределу. Один появится в одни хаоса, другой в одни мира. Каждый день мы будем переводить взгляд. Брехня и анархия будут уступать место размышлениям. Что? Что случилось? Искатели, вам наверняка интересно, как мы отправим наш первый день хаоса. Аматор, мастер тысячи масок, вызвался встретиться со своим величайшим страхом. Он здесь, потому что я хочу, чтобы он страдал. Что она бормочет? И я не стыжу своего желания. А я могу направо, да? Могу. В день хаоса нужно давать волю своим самым черным волосам. В день хаоса. Значит, будешь страдать. В день шмираоса. Тихонько. Мина. Видела его. В катастрофе выжила лишь я. Я одна. Я родилась заново, чтобы указать вам путь. Что там такое? Аматор, маски родиться. И вы тоже. Это мой величайший дар всем. Что это такое? Ляги ее матушки. А что оно все закрыто? И чё? Что-то я немножко... Ужасно. Что? Эй, ты все, ты не занюхивай. Мне оставь. Надеюсь, это не Кольт. Хе, он самый. Хе-хе-хе. Главное, цок-цок-цок-цок-цок-цок-цок-цок. Мы все равно тебя найдем. Мы все равно тебя найдем. Времени у нас предостаточно. Времени у нас предостаточно. Ежемины. Тихо. Понимаешь? Это вот так. Во. Ежемины вообще тема. Ладно, это не моя забота. Вот так вот. Хуяк. Тихо. Это же тот мужик. Не-не-не. Трындёж. Надеюсь, это не Кольт. Не верьте. Вижу злодея. Надеюсь, это не Кольт. Да не. Не. Ой, блин,
Вот так, во. Да чё ты? Тихо. Что-то опасненько. Есть там кто? Что, вонзил, да? Вонзил, блядь. Вонзил, нахуй. А как их можно привлечь внимание, а? Ну так, чтобы без выстрела. А, я продал. Ой, отдал ту пушку. Блин. А где, можно кинуть что-то? Бутылку. Я-то думала, будет весело. Сейчас, подожди, будет весело. О, записка. Ага, понятно. О, бутылка. Что там? А где там? Иди сюда. О, кот этому. Я мог попасть во двор ангара через случай. Да ты гонишь, я уже в ангаре, блин. Как бросить то, чтоб прицельно. Ух ты, нихуя себе! Ага, два раза надо попасть. Я понял. Вот это зацмерило. Нихера себе меня откинуло. Получается, у меня только одна жизнь осталась. Охренеть. И что тут у нас? Ничего. Эй! Все нормально, ничего нет. Ебать, как? А? Защитить петлю. Петля превыше всего. А я могу? Петля — это ваша жизнь. А не, я ничего не могу сделать. А если я туда кину гранату? Блин, ну я сдохну, все, пиздец. В принципе, я могу убежать, да? Ну, покажись еще раз, и тебе конец. Да иди ты в пизду, блин. С какой стороны не видно. Сейчас будет такая маленькая дурость. Если я возьму вправо наклон, он зацепит. А, оно даже не идет вправо наклон, все понятно. Так, тогда остается только такой момент. О, сработал. Сейчас пересидим. А? Немножко. Эй! Есть там кто? Надеюсь, это не Кольт. Все нормально. Теперь вот это. Пить? Страха нет. Есть лишь петля. Страха нет. Есть лишь пиздец. Бах! Где ты там, Кольт? Ой, где ты там? Ты не увидишь черту, пока ее не перейдешь. Конечно. Я уже ее перешел. Спокойно. Ну и ладно. Нет, я в этом не удачу. Тихо, тихо, все нормально. Взяли. Не открывайся. Откроем сообщение. Ууу, сколько много сообщений. Да-да-да, обожаю, потом почитаем. Ерунда война. Окей. Так, это шо? Да револьвер. Тихо, тихо. Вот это.
Ху-ху-ху. Ну. Окей. Тайны всякие. Потом почитаем. Все потом. Че нельзя? А, о! О, годится. Так. Сколько тут всего? Тихо, подожди. А, показалось. Стоять. Ух ты, елки-палки, сакира вся красная. Это ж некрасиво. А как зайти в этот самый? В самолет. А, там еще есть. Ух ты, у нее что-то желтое. А, это она была. Че ты был? А! Я-то думал! О, какой стоят дело. Вот это. Так вот, это ж такой же точно. Такое какое-то еще улучшение стоит. Тихо. Кто где-то ходит. А что еще? Вот еще. Подожди, здесь улучшение какое-то. Сделал вдох и выстреляете с задержкой. Наносите больше урона. А здесь пульс создает попадание вырывается душа и не, лучше, наверное, вот это. Вот это интересно. Как бы урон. А с другой стороны, это ж просто как снайперская получается. А вот это будет более такая. Да, это будет более интересно. Дорогой дневник. Диар дневник. Ага, ты. А что это такое? Че, не работает нихуя. Потом почитаем. Все потом. У меня времени нет. Так, а что тут? Что это? Он улучшение делает. Хорошо. Hello. Он, ребята. Это ж мне умереть нельзя, ёпары с этой. У меня ж один остался. Вот это. Тихо. Хопа. Не понял. А чё я пролезть не могу? О. Ангар 2. А у меня что-то было в ангаре. Слышь, подожди, а ну. Блин, там уже, наверное, время, а не ужас. У меня где-то что-то было в ангаре. В ангаре. Ангаре получить доступ. Это хорошо. Вот это не оно разве, не? Да хуй там нет, конечно. Не, чипайся. Тихо. Вот это шо? А что это вообще такое? Блин. Так, вот это вот. Где ячейка? Вон ячейка. Сейчас пойдем в ячейку сходим. Хоть раз, хоть одну открою. Аж интересно. Не понял. А, понял. Тихо. Что такое?
Не понял. Ясно. Тут кто-то есть. Угу. На попе шерсти есть. Видала? Это тени хухры-мухры. Я не понял, блин. А с хрена ли вы тут показались? Это ж там, где я проходил. Ну да. А чё это? Откуда вы тут? Как-то всё невоздержанно. Я худею. Ага. Это там внизу. Ладно. Сдох. А кто в курсе, что там происходит? А кто в курсе, что там происходит, а? Кто, блять, в курсе, что там происходит? Ебать, башку снес. Кто в курсе, а? Аск? А? А? Ничего нету? Ничего не дали. Ну и хер с вами. Так, о, вот он. А, так это именно... даже так. И чё здесь? Это... о, херня. Это мне надо было узнать код, чтоб я упал сюда и прополз сюда. Это... ай, подожди, это ж петля времени, она ж повторяется каждый раз. Все, все и все. Все, я понял. Я вас понял. В будущем пригодится, я понял. Ты уже начал гнать. Мол, нахера, но мне надо. Все, я понял. Так, будем идти обратно, как и сюда шли. Может туда залезть? Или еще не время? Я туда залезу? Я туда, наверное, не залезу. Да, как я туда залезу? Никак. Ну ладно. О, чувак. Откуда он? О, хоть проверить на одном, слышишь? И что тут у нас? Эй! Хочешь, сколько раз мне тебя убивать? Слышишь, а это самое... а в чем прикол тогда? Ой, ой. Что-то я не понял смысла тогда этого вообще. Ебать, да он вообще стрелять будет нормально. Он как-то задержка как-то стреляет. Я уже там был. А чё он такой с задержкой? Ты косая, блядь. Какая-то уебанская задержка. В жопу себе зайди. Да что ж там за... а чё у него такая задержка? Посмотри. Еба, я нажал, а он через секунду только стреляет. А, типа из-за того, что у него больше урона? Ну, конечно, прикольно, что с одного удара, с одного выстрела, то есть. Бывает, что поделаешь.
Похоже, Харриет строго соблюдает протокол. У меня есть ровно одна попытка. Ее утренняя проповедь в Карловой бухте. Прикольно, что я ему сказал. Так. Давайте завершим на этом. С этого места мы начнем. Все, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите колокольчик, пишите комментарии. Все, всем пока.